Именно с этих заветных слов для 300 ребят из Беларуси, Украины, России, Словакии начинается борьба за медали. Казалось бы, каких-то 50, 100, 200 метров за считанные секунды способны изменить судьбу ребенка, начинающего спортсмена, который уже в этом возрасте начинает прокладывать себе дорогу во взрослую серьезную жизнь. Это традиционный турнир, который мы проводим ежегодно. Он называется «Рождественские встречи». Почему встречи? Потому что это действительно встречи. Встречаются все дружественные команды. Это команды из России, из Украины, из Словакии и несколько команд из Белоруссии. Два соревновательных дня оказались интересными и насыщенными. Пока на 9 дорожках проходила нешуточная борьба за грамоты, медали и собственные рекорды, активные болельщики поддерживали своих фаворитов. Многие даже приехали семьями, чтобы быть рядом в такой ответственный момент. Нам понравилась очень здесь такая хорошая группа, и нам очень красивый базен. Мы здесь первый раз в Белоруссии, и дочка получила первое место. Да, награды нашли своих почетных обладателей. Только в первый день был разыгран не один комплект медалей. Удача не обошла стороной и брещан. Среди победителей есть и воспитанники областного центра Олимпийского резерва, которые, завоевав главные награды турнира, с удовольствием рассказывают, каким непростым и тернистым был путь к успеху. Мне понравилось заплыв, то, что я плыл со старшими и занял второе место. Мы каждый день бегаем и каждый день плаваем по 3 километра. Однако, как бы ни сложилась судьба каждого из этих ребят, чему бы они ни посвятили свою жизнь, сила, выносливость и умение преодолевать трудности бесспорно будут помогать добиваться успеха в любом виде деятельности.